Представляете, нож. Zero Tolerance 0560. Как заточен? Заводская? Заводская заточка. Да. Заводская заточка. Так, тест по затачиванию карандаша. Хватка простая. Берем по чуть-чуть. Ой, ой. Ой. Так, стружка берется с трудом. Сразу ломается. Несмотря на то, что нож острый, идет очень тяжело почему-то. Чего-то тяжело. Ой. Нож. Слушай, нож один явно требует большого усилия. Совершенно нелогичного при такой остроте заточки. Плюс совершенно четко видно залом стружки на всем протяжении. Ой. Плюс совершенно неконтролируемая глубина. Очень чуть при увеличении усилия начинается сразу слом, скол стружки. Сейчас дойдем до грифля, посмотрим, что будет в грифле. Все, уже из нормы в 2 минуты выходим. Выходим, да, выходим из нормы, но... Лишь норма появилась. Что можно сказать? Значит, требует большого усилия, неконтролируемая глубина и заломы стружки. Но я не знаю. Вот 5,5 это максимум. Большой нож, большие усилия.